Всем привет! Сегодня игра называется «Невероятные приключения Капитана Спирита». Вроде как это игра во вселенной... как она там? Life is Strange, короче. Все оттуда. Про мальчишку какого-то, который в своем воображении, типа, считает себя супергероем, что ли, что-то такое. Должно быть забавно. Мальчик, что это за планета? Не знаю, мы здесь еще не были. Может быть, мы на краю вселенной? Hey, cool. Let's see if we can find some aliens. О, круто, давай поищем инопланетян. Hey, the ground is moving. The planet's gonna... Эй, земля задрожала. Нужно поскорее вернуться на корабль. Then let's get the heck out of here. Давай убираться отсюда к черту. О нет, панель управления сломана. Мы застряли в какой-то дыре. Погоди. Да, я тебе помогу. Типа силой мысли хочет сдвинуть корабль. Ух ты. Ура! Ура, ты супер! Ух ты, то есть. Это чудо. А капитан призрак способен менять реальность. Получилось. У меня по-прежнему есть сила. Теперь мне нужно сделать крутой костюм для капитана призрака. Капитан Спирит. Капитан Спирит. Для полетов нужен классный плащ. Хорошо, что он у меня уже есть. В маске или без маски? Где мое управление, блин? Вроде на месте. Yep, looks cool so far. Let's see. Так. What about the armor? А что насчет брони? Легкая броня. Так, секунду. Так, поехали дальше. Супер. Темный костюм или разноцветный? Где управление? Почему я не могу? Ладно, короче. Странно, как управлять? Может быть, ВСД? Надо было сделать разноцветный костюм. Было бы прикольно. Beware, берегись, мантроид. Я найду тебя.
Captain Spirit is ready. Капитан Призрак готов к бою. Капитан Спирит. Невероятные приключения капитана Призрака. Здравствуй, субботнее утро. Сегодня я могу делать все, что хочу. Ну, короче, нам дали управление. Могу упражняться с использованием способности. Ты готов к решающей битве между добром и злом? Подожди, а как же... А, ёпта, мышка. То есть тут как вот с колёсиком можно было, бля. Не догадался. Ноктариус, тебе не победить. Закончен энергомедведь. Не позволяй мантроиду тобой помыкать. Никто мной не помыкает, мантроид мой командир. И он хочет тебя убить. Лучше сдайся. Нам незачем драться. Ты мне не указ, энергомедведь. Присоединяйся к нам. Тебя крутые способности, хочешь наш отряд? Капитану-призраку? Ты шутишь? Он же мой враг. Мантроид запудрил тебе мозги. Ты можешь спасать мир вместе с нами. Не ври. Где был ты и твой капитан-призрак, когда меня спас мантроид? А, добрячок. Прости, Нокториус. Мы хотим помогать всем. Теперь ты мой враг. Получи. О, моя спина. Как? Как ты это сделал? Я не могу двинуться. Капитан Призрак, прошу, помоги, я не справлюсь с Нокториусом один. Я не могу, Капитан Призрак. Отпусти его энергию. Ну да, тебе помогает Капитан Призрак, слабак. Он решил посидеть тебя. Так поступают настоящие герои. А мы займемся твоим владыкой. Мантроид отомстит вам за меня. Капитан, спасибо, что не дали мне перейти на темную сторону. Круто. Капитану Призраку не нужно оружие. Но чисто на всякий случай. Пора сделать секретную татуировку. Только мой отряд будет знать ее истинный смысл. Листовка. Эх, я так забыл там, хотел там побывать, но папе нужно было смотреть плей-офф. Супермагазин комиксов, игрушки, комиксы и видеоигры, распродажа 10-50%, супермагазин комиксов, 11 Юджин Авеню или 97-401, 1-2 декабря, супер. Ну да. Я так рад, что уже сделал домашку по английскому. Мисс Страус очень добрая и любит мои рассказы. Где-то там спрятан Клелат. Мне нужно лишь найти вторую часть карты. Чё там? Акула-шип. О, акула-шип ищет следующую жертву. Берегись, это злой автомобиль! Этому пешеходу лучше убраться с дороги. Как, блин? Вмешаться.
Дальше ты никуда не поедешь, акула шип. Да, капитан призрак спас нас. Ты больше не сможешь давить на людей. То есть давить людей. I know, I'm coming. When? Ладно, пошли. Мальчишке нам лет 6. Ну, может быть, 7. Живет с папаней. Мамаши, видать, нету. Не игнорируй меня в следующий раз, когда я тебя позову. Но, без но. Это тебе не отель. У меня полно своих дел. Налей себе молока. Breakfast of champions. Завтрак чемпионов. Ух ты, ёпты. И у него пивка. И у мужичка немножко пивка. Понятно. What'd you expect, a waffle? А ты чего хотел, вафель? It's good. Это хорошо, вкусно. Oh, вот, ты бы хоть врать научился, пап. Я не вру. Просто яичница. А, очень вкус. Очень вкусная. Дружище, я не обижусь, если моя яичница тебе не по вкусу. Я знаю, что до маминых завтраков ей далеко. Знаешь что? Я начну смотреть кулинарные передачи и стану мастером крутых завтраков. А ты будешь моим официальным дегустатором, ладно? Ага, понял. Пап, какие планы сегодня? Сегодня важная игра. Хотя наши наверняка снова сольют. Надо гнать этого тренера. Думаю, сегодня наши... Вот это охеренный настрой. А, прости. Не ругайся плохими словами. Я не ругаюсь. Супергерои не матерятся. Видать, меня в герои не возьмут. Не. Ты крутой. Типа повстанца. Эй, как? Как твоя рука? Не болит? С виду получше. Тебя кто-нибудь спрашивал про нее? Говорил что-нибудь? Нет, все хорошо, я выкрутился. Я просто за тебя волнуюсь, дружище. Ну что, ты, наверное, рад, что Рождество на носу. А ты тоже? Не знаю, Санта, наверное, в этом году внес меня в список проказников. Не, Санта сказал, что ты тоже подарок получишь. Что бы ты хотел? Лишь бы ты был счастлив, Крис. Это самый лучший подарок. О, раз сегодня суббота, может купим елку? Ты сказал, у нас будет живая сосна. Да, ведь мы ее и мы ее купим. Но сперва я хочу посмотреть матч, хорошо? Ну ты всегда засыпаешь. Сегодня я не усну. Если я усну, разбуди меня, и мы пойдем за елкой. Обещаю. Ладно. Обещаешь? Да. Сегодня выходные, иди отдыхай. Поиграй на улице, там хорошая погода. В общем, ты свободен, гуляй. Потом приходи сюда. Папаня заливает, смотрю, начал с пива, продолжил виски. Или что он там взял? Игра, матч, все дела, сейчас напьется и будет спать. А парнишка будет всех выручать. Холодильник.
Сейчас пойдет помоет посуду. Ну да, отец с сыном живут вместе. А мамы нету. Ладно, как бы поступил капитан Призрак? Удерживайте ее там, чтобы увидеть какие-то способности, по-моему, было написано. Я просто не успел прочитать. Ой, холодрыга, нужно проверить, как там водожор поживает. Ну, посмотрим, как там поживает водожор. Нажмите, что... Всякие прикольные занятия. Да, парниша, молодец. Распылить. Неужели пивной монстр? Серьезно? Добавить мороженое. Так, посмотрим, что нам нужно. Конечно, как же без мороженого. Макароны с сыром. Beginning countdown to launch. Начинаю что-то там за счет запуска. 3, 2, 1. Ну окей. Скучно. Что там пишут? The Great Northwest. Полиция вновь столкнулась с протестами после убийства. Сиэтл, беспорядки и акции протеста продолжаются 30 год спустя месяц после загадочных убийств местного жителя и офицера полиции. Официальное заявление полиции на сей счет до сих пор нет, но, как утверждают источники, житель застрелил офицера, а при своем смерти последнего не установлено. Правозащитники обвинили управление полиции Сиэтла в халатном расследовании преступления. Это привело к началу протестов и беспорядков. Понятно. Моё. Ну чё, ёпты, мы... Открывайте, закрывайте список вещей с помощью. Мы не открываем эту дверь зимой из-за снега. Понятно. Угу. Давай. Теперь ты усвоишь этот урок и больше не будешь пачкаться. Мужичок там смотрит, ругается и пьет виски. Давай. А порошок? А где порошок? Ты порошок не положил? Без порошка стирать не будет. О, темная дверь. Ну же, не бойся. Да, иди туда и включи котел. Сначала надень свой волшебный плащ. Вот ты молодчина, Крышек. Ты лучше, чем домработница, только прибавки у меня. Не проси. Еще не готов. А, ну да. Еще немножко осталось. У нас масса сработает. Телефонные номера. Важные цифры для тебя в этом списке. О, да, ха-ха, Бав. Ну, конечно, пиццерия Бава, Рейнольдс, папин сотовый. Окей. Пицца. Бонжорно, пиццерия Бава сейчас закрыта. Если вы не торопитесь, мы работаем со вторника по воскресенье с 11 утра до 10 вечера.
Если хотите оставить сообщение для Августа, пожалуйста. Пицца. Чао. Чао. Понятно. Ну, пойдем. Не вздумай хулиганить там с телефоном. Понятно. Папа не запрещает нам с телефоном. Пора перекусить. Ты это для меня? Ты всегда сидишь, когда смоешь игру. Вот я решил, что ты покушаешь здесь. Я могу макароны. Неплохо. Ты теперь у нас шеф-повар. Самые вкусные макароны были у мамы. В смысле, да, она готовила крутые макароны с сыром. Но это лучший перекус во время зимнего матча. Спасибо. Лучшие макароны с сыром в мире. Mac and cheese. Ну окей, пошли дальше. Чё там? Ладно, нам нужен плащ. Награды, фотография, бейсбольные картины. Так надо нагибать. Ладно, всё нам. Где там наш этот? Где там наш плащ? Да. Пульт в руке держит и включает. Прикольно. Так, там была эта, как у нас, микроволновка, с ней можно было тоже что-то сделать. Или уже нельзя с ней ничего сделать? А, ну да, мы уже с ней все сделали. Ну ладно. О. Hey, can you get that? Эй, ты можешь взять трубку? Конечно. Алло? Доброе утро, сэр. Как ваши дела в этот славный день? Нормально. Эй, кто это? Кто там назвал? Не знаю. А кто вы? Я рад, что вы спросили, молодой человек. Меня зовут Дерек. Я из прихожан Всемирной Церкви Вознесения. Я хочу рассказать вам и вашим близким об Иисусе, нашем Господе и Спасителе. О, Господи! О, нет! Наша церковь желает, чтобы вы и ваши близкие причастились к Святому Духу. Духу? Да мы просто матч смотрим. Помните, что у нас Господь всегда присматривает за вами. Кстати, мог бы это с твоей мамой или папой? Ну, я сначала спрошу. Крис, черт возьми, ты там говоришь. Ни с кем, пап. Иисус. Иисус любит тебя. Давай, ботинки-то одень. Не гоже ходить не одетым. Прикольно. Чувак! Снег! Только мы зависли. Мы зависли! Нет! Нет! Блять! Поиграл, называется. Все, блять, приехали. А, не, отвисли, надо же.
призрак мобиль. Без ключей мне никуда не попасть. Двери гаража. Жаль, что мы редко используем эту посадочную площадку, она такая крутая. Да, вот она, эта задняя дверь. Да, и мы туда забраться не можем. Так, секунду, у меня же ключи от гаража есть. Чувак. Давай. Открой гараж. Посмотрим, что там внутри. Что это за шум? А где тут выключатель? О, отлично. Старая коробка. Мама училась в этой школе до того, как мы сюда переехали. Что там написано? Уважаемая Эмили Эриксон, в качестве директора Академии Блэквелл я хочу лично обратиться к вам и поблагодарить за многолетнюю поддержку курсов изобразительного искусства в нашей элитной школе. Мы с гордостью выставляем ваши работы рядом с длинным списком наших остальных выпускников. Мы вспоминаем вас с теплотой и любовью. Спасибо вам, что не забываете нас. Надеемся, вы скоро заглянете к нам в гости и лично увидите, как ваша помощь позволяет нам претворять мечты в жизнь. Директор Рэй Уэллс, Академия Блэквелл, Аркадия Бэй, Орегон. С вами лучшими пожеланиями, Уэллс. Чё там? Мама не прошла художественную учительницу из-за меня, но она так и так отлично рисовала. Ага. 15 сентября 2006. Уважаемая Эмили, мы получили ваше заявление об отчислении и первым делом хотим поздравить вас со скорым рождением первенца. Мы очень рады за вас и вашу семью, но в то же время эгоистично сожалеем о потере одной из самых многообещающих учениц и художниц. Ваши уникальные остроумные рисунки были очень высоко оценены студентами и редакцией нашей газеты. Нам не терпится увидеть ваши новые работы, созданные для нашего и других изданий. Надеемся, со временем вы вернетесь в наш колледж, чтобы совершить обучение и будете вновь вдохновлять нас. Если у вас возникли какие-либо вопросы, мы с радостью на них ответим. Всего наилучшего. Ну, этим профессор какой-то там. Ух ты, помню, как папа долго смеялся, когда мама это нарисовала. Да, спокойной ночи, красавчик. Милый, ты опять прострел, я же говорил, нам надо есть больше фруктов. А, ну да, типа они вместе спят, потом она раз на себя все перетянула, и он простыл. Эту шутку я не понимаю. Видимо, еще маленький. Разве сейчас не ваша очередь, офицер? Как дела, дружище? Ну да. Мама и папа часто рассказывали, как они встретились в школе. Из жизни соседей. Спортсмены, художницы Эмили Вайетт и Чарльз Дик. Эриксон, Государственный университет Юджин 2005. Не судите книги по обложкам. Таков девиз этой необычной пары из Юджина. Каждый из супругов добился громких успехов в своей профессии, поэтому мы решили рассказать о них в свежем выпуске рубрики «Из жизни соседей». Эмили Вайетт, художница, карикатурист, чьи остроумные работы о ее странной жизни регулярно появляются в прессе, в сети и даже на страницах нашей газеты. Она заявляет, что презирает все виды спорта, но тем не менее помолвлена с Чарльзом Эриксоном, местной звездой баскетбола, которому многие прочат переход в Орегон Дакс. По иронии судьбы, они встретились в библиотеке и влюбились, пока помогали друг другу готовиться к сложным выпускным экзаменам. Я математика, а она искусство. Мужчина объясняет явно выбранный по уши Чарльз. На самом деле, это две стороны одной монеты, добавляет Эмили, и мило улыбнувшись, берет своего жениха за руку. Круто, конечно. Мама была воспитателем в детском саду, это было странно, но прикольно. Мы любим вас, мисс Эриксон. Эмма, Крис, я люблю тебя. Мама, Итан, Изабелла, Кевин, София, Логан, Хелл, Оливия. Моя первая фокус-то. Я такой малюсенький и странный. Может, я ребенок-пришелец? Уже скоро. Ну да. Так, что тут еще есть? Я могу раскрасить костюм, когда я его доделаю. Кодовый замок. Если папа поверит, значит он не хочет, чтобы я туда лез.
А, ну да. Понятно, туда мы не залезем, потому что мы не знаем это как у нас. Какой код у него. Ну ладно. Что у нас еще есть? Здесь небезопасно, да, пап, я в курсе. Застрял. О, там этот домик на дереве. Прикольно. Ой, тут можно пролезть. Нет, нельзя пролезть. Полезли на домик на дереве. Чего у нас тут есть? Дозорный пост. Старая тарелка. Кукла. Небесный пират, давненько не виделись. Как там дела наверху? Все в путем? Так, точно, капитан. В небе пока все чисто. Рад слышать, что ты несешь вахту. Так держать. Понятно. Что тут у нас? О, тут, понятно, тут можно открыть. Сезам, откройся. Ух ты. Секретный дешифратор. Это поможет мне прочитать карту. Теперь я могу видеть полную карту моего следующего путешествия. А-а-а. Ну окей. Бейсбольные карточки. Это мои самые любимые бейсболисты, хотя я все эти цифры не вынимаю. Ной Реймонд, Джон Макланахан, Скотт Цицеро. Письма из школы. Гарри говорил про папу всякие гадости, но я ему это не покажу. Уважаемый господин Эриксон, сообщаю вам о том, что ваш сын Крис подрался с моим сыном Гарри Сорбером и его друзьями после занятий на этой неделе. Крис заявил, что они оскорбляли вас, но мой Гарри не способен на такое и знает о вас только с моих слов. Как вы наверняка знаете, Гарри отличник и бойскаут, получивший немало наград, возможно, вы обсудите с Крисом его поведение. Если он не прекратит травли, я буду вынужден обратиться к директору школы. Это мои самые плохие оценки. Отметки теперь я учусь куда лучше. Табель успеваемости 2015 год, начальная школа. Математика 4 с минусом, физкультура 3 с минусом, английский язык 3, история 3 с плюсом, факультативное рисование 5. Прикольно. Мои комиксы. Я обожал смотреть, как мама рисует комикс. Что ты приготовила для меня, дорогой? Твое любимое блюдо — пицца. С днем для всех влюбленных тебя, милая. Да-да-да-да. Закрываем свой. Так, что у нас тут? Кукла. Папа вечно твердит, что это девчачья кукла. Ну и что? Это же снежная королева. Это сын Ноктариуса, он похож на своего папу. Классное место, конечно, у них. Только как-то странно. Живут они где-то в лесу. Amethyst and flowers on the table.
Музыка клевая. What is that song you sing for the dead? I see the signal searchlight strike me in the window and of my room. Well, I got nothing to prove. Надо заметить, чтобы выйти из режима просмотра. А. Well, I got nothing to prove. Понятно. Капитан Призрак на месте. Хорош. Так, ну мы вроде все посмотрели, что там? Старая тарелка. Пришлось спасать свою старую тарелку для хлопьев, когда папа накидал в нее окурков. Ладно, полезли отсюда. Посидели, помечтали, повспоминали и будет. Так, надо где-то найти... Надо где-то найти... Где-то найти нужно код. Нет, нет, нет! У него там проигрывают. Ты совсем тупой? Как ты такой мяч не забросил? Понятно, он хер забил. На сына, короче. Папина комната. Ну да. Измеритель роста. Я слишком взрослый, чтобы мерить мой рост. Right? Так ведь? Там 7 лет последний. Ну да, значит, ему даже больше, чем 7 получается. Шкаф открыть. А, закрыто. Заперто. Интересно, что там папа прячет? Проигрыватель. О, пластинка. Да, такой... Да, довольно-таки такая... Очень... Многоучительная такая игра получается. Типа разные воспоминания его, жизнь, и мы узнаем вообще про мальчика. Как и что у него в жизни было и есть. Thank you.
Живет с отцом. Мама, видимо, умерла. Стандартная история, как это нас... этих самых фильмов американских. Прикольный телек. Нарисованные эти персонажи. Да, бутылка виски у него там. Странно, что они по дому не ходят в обуви. Довольно странно. Прикольные носочки. Забавно, конечно. Я обожаю слушать старые мамины пластинки. Чё у нас там? Сигареты. Спортивная сумка. О, я могу смастерить из этого крутую броню. Давай. Капитан Спирит. Да, это надежно защитит меня от мантроида. Так, неплохо для начала. Теперь нужно сделать остальные части костюма. Ладно. Бейсбольная бита. Надеюсь, мы с папой этим летом снова потренируемся. Ага. Опаньки. Ключик. О, я раскрыл тайну загадочного ключа. Прикольно, давай возьмем. Да, теперь мы можем открыть папин шкафчик. Осторожно, тут ловушки. А, ящик. О, папа были поклонники, еще когда он играл в старших классах. Уважаемый Чарльз Эриксон, мне 12 лет, и я хочу стать профессиональным баскетболистом. Мои родители водят меня на ваши матчи, вы отлично играете. Последний матч был самым лучшим из всех, что я видел. Надеюсь, вас возьмут в команду НБА. Хорошего. Спасибо, хорошего. Жду вашего следующего матча. Что там дальше? А, жутковато. Из алкоголя drinking your life away. Типа, алкоголь мешает вам жить, вы не одиноки, мы поможем, извращайтесь, избавление от алкоголизма. Действует система скидок. Значит, мы переехали потому, что папа не смог расплатиться за дом. Отстой. Уважаемый господин и госпожа Эриксон, с вашим данным вы просрочили третью выплату по закладу, несмотря на неоднократные отсрочки и данные вами заверения. Мы стараемся войти в положение каждого домовладельца, и как нам кажется, мы проявили большую щедрость, сдвинув сроки платежа несколько раз. Если вы не погасите задолженность по закладной до указанной даты, мы будем вынуждены лишить вас права собственности. Надеемся на скорейшее решение этой проблемы. Понятно. Папу уволили? Значит, вот когда он начал работать на железной дороге. Управление школьного округа. Мы с уважением относимся к вашим заслугам и целеустремленности, но уже несколько раз получали выговор за агрессивное поведение. В связи с недавним инцидентом с пивными
банками в бассейне после закрытия школы, мы вынуждены немедленно расторгнуть с вами договор. Мы сожалеем о сложившейся ситуации, полагаю, вы понимаете, что безопасность учащихся для нас важнее всего. Мы прилагаем к этому письму буклет с информацией о ресурсах, посвященных алкогольной зависимости. Желаем вам успехов. О, письмо. Папа не говорил, что завел новых друзей. Чарльз, прости за то, что ты тебе наговорил той ночью. Я разозлил, что ты вечно меня не слушаешь, когда я изливаю душу. У меня непростая работа, а я знаю, что тебя это напрягает, потому что я хочу активно участвовать в твоей жизни. Мне не нравится, что ты грустишь, ведь ты делаешь меня счастливой. Я до сих пор жду, когда ты познакомишь меня со своим сыном, и мне кажется, что тебе за меня стыдно. Не злись, надеюсь, что я не права, но твои слова задевают меня за живое. Ты мне очень дорог, и я просто хотела все объяснить, чтобы ты понял. Я думаю, она с тобой, надеюсь, ты поймешь, что я обращаюсь к тебе с любовью. Твоя крошка-танцовщица Аудра. Ах ты ж ёшкин кот. Все тут больше? А, нет, еще вон, баскетбольный мяч. Папа часто рассказывал про этот баскетбольный мяч. Приставка. О, боже. Папа, я правда купил мне новый плейбокс, но нифига себе. Ладно. Пойдем дальше. О, след от кулака. Я никогда не видел, что папа так сильно злился. It really scares me. Страшно смотреть. Oh, man. Ох, она обожала эту песню. Я ее слушал с тех пор, как она давно, очень давно. Коран, зеркало. Хейроу, сегодня у нас в гостях самый крутой супергерой планеты. Капитан Призрак. Привет, Бивер Крик. Капитан Призрак, скажите, как вы разгромите Мантроида? Мантроид задира и трус. Пусть драпает, но ему не скрыться. Мы узнали о том, что он собирает отряд суперзлодеев. Что бы вы хотели им сказать? Мантроид никогда не добьется победы. Я найду его и уничтожу. Да, именно это мы надеемся, город. Это мой долг. Именно за это мы вас и любим. Расскажите нам о своих супергероях. Я сам себе супергерой. Рад это слышать. Можете рассказать, откуда у вас здесь ваши удивительные способности? Нет. Ладно, что бы вы хотели сказать вашим поклонникам на прощание? Будьте хорошими, всегда сражайтесь на стороне добра. Капитан Призрак, спасибо вам за все. А мы переходим к новостям We Hero. Я не смогу сражаться, пока не доделаю свой костюм. Понятно. Ладно. I never get tired of Hot Dog Man. Never. Hot Dog Man никогда не надоест. Красавчик Hot Dog Man. Одинокий забытый. Неужели это конец истории? Hot Dog Man, крутой комикс. Man. О, классный I выпуск. Love this issue. Бип-бип. Wish I could draw like this. Эх, вот я бы умел так рисовать. Понятно. Подводная лодка. Сегодня мы погружаться не будем, Немо. Чё там? Грим. О, я могу использовать грим, оставшийся после Хэллоуина. Давай. Мы же
Капитан Призрак? О, никто меня... Теперь никто не узнает, кто я на самом деле. Прикольно. Еще одна часть, и костюм готов. Где-то должен быть плащ. А просто где? Watch out, supervillains. Today I make my own superhero costume. Да, нужен плащ. Держите ее, чтобы использовать, когда появляется значок. Расшифровать. Time for Captain Spear to put these pieces together. Mm-hmm. I have to place it right. Где-то как-то. Вот так. Ладно, пока рано. Они как-то... Хотя, может, попробовать, конечно, до конца получится. Time for Captain Spear to put these pieces together. Как же расшифровать эту карту? Ладно, сложно. Съесть. Вот умник слопал весь шоколад. Ну да. А, вот тут, может, в шкафу у нас что-нибудь есть. Да, точно, плащ. Я чувствую, как сквозь меня течет энергия. Я обретаю силу. Мой костюм почти готов. Нужно раздобыть каску. Так, ну, в общем, ладно. Я думаю, на этом можно закончить. Если что, потом продолжим.